8 марта, 14 год, Харьков, женщины с праздником. Сумская. Так, вот у нас готовился к пророссийскому митингу возле обладминистрации. Пророссийскому, да, про, за автономию, ну, в общем, там груда. Груда всяких мотивов, которые демонстрация у людей. Наверное, в поддержку российской оккупации Крыма. То есть я лично расцениваю любого вышедшего сегодня на этот митинг как человека, который согласен, поддерживает вхождение российских войск в Крым. К 12 должны подтянуться. Где там телега? Подтянутся сторонники такого развития событий. Аншлюса, оккупации. Не знаю, в общем, коллаборационисты. Лично для меня они никто иные, как коллаборационисты. В общем-то, идти к памятнику Шевченко смысла сегодня нет, потому что все силы Евромайдана, вообще силы не поддерживающие вторжение российских войск в Крым, будут собираться завтра в 12. Охрана какая у них! Алло. Не, не встретились, я только сейчас буду звонить им. Ну, я сейчас по с площади Свободы иду. Ну, они, да, где-то тут рядышком. Наверное, я сказал, чтобы билеты купила Таня на меня. Ну, Ульяне понятно, а мне что же? Говорит. Хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо, конечно. Давай, могу целовать. Так, вот у нас сторонники аншлюса. Там, если кто будет смотреть, и он не сторонник аншлюса, ну, как бы, понимаете, как на вас люди смотрят. Я, по крайней мере, не думаю, чтобы это вас волновало, но... Тот самый великий театр, которому они посвятили свою жизнь. 31 марта. Вечер на
также на сайтах интернет-билет и Карабас. Угощает Папа Рох. Зустрічай мегаподію у твоєму місті. Мегапопулярний гурт «Дзіцьо» запрошує 20 березня. Місто Харків. Кіноконцертна зала «Україна». Початок о 19:00. Квитки у касі кіноконцертної зали «Україна». Радіо «Шансон». Я лучше все Так, ну народу пока немного, я думаю, будет больше, к сожалению. Ну, в общем-то. В общем-то. Не так уж и много. Могло быть и хуже. Посмотрим, что дальше будет, конечно. Алло. Сегодня про российские силы здесь собираются. Ну, начинают, они к 12 начинают, там кордон милиции стоит такой приличненький. Ну, возле памятника Ленина собираются сторонники аншлюса, коллаборационисты и т.п. Ну да, свобода. Ну, бывшая Дзержинского. Нет, не думаю. Я не думаю, что что-то будет. Если не прибудут какие-то российские спецзасланцы, то агрессия. Ты понимаешь, это нетипично вообще для Харькова. То есть пока сюда не приехали вот эти левые ребята, тетушки российские, тут никаких агрессий вообще ни против кого не было. И вот это первый штурм за 3 месяца АДА, он был именно с применением силы, мордобоем, огнестрельное оружие. Это именно когда уже приехали товарищи россияне. Агрессивные, злые, желающие урвать свое. А харьковчане, ну, украинцы все-таки посвободнее, как-то поспокойнее, потолерантнее. В горло не вцепляются. Мне, по крайней мере, так кажется. Так что я думаю, если не будет сегодня каких-то спецзагонов, то все пройдет нормально, постоят, флагами помашут и разойдутся. Ну, как, в общем-то, Майдан проходил 3 месяца. Не-не, сегодня, ну, просто, чтобы не провоцировать, зачем? На завтра, завтра в 12 часов будут проходить сюда люди. Завтра же еще день рождения Шевченко. Да еще какой, 200 лет. То есть... Народу тут должно быть прилично. А я иду сейчас, я ж думаю, они меня будут возле входа ждать уже. Сегодня же тебе говорили, что там администратор зоопарка, что ли, сказал, что если не поступят деньги, там то в зоопарке появится первая небесная сотня животных с голоду умерших. Почти практически горькая ирония, почти с цинизмом. А? Да не на площадь, я думаю, там собираться будут люди еще часа два до полного максимального количества. То есть мне же интересно как раз, что я пришел, я же не сторонник. Я хочу показывать, и сколько за тех приходит, и сколько за тех приходит. Что, потому что люди как бы
Вот это то, что там по новостям урывочками по 30 секунд показывает, оно вообще не дает представления. То есть я одним куском еду, снимаю и это самое. Давай я буду звонить им, потому что я уже возле зоопарка, а я их не знаю, где они. Давай, Мацову. Так.